Коричневый даст нам сложный цвет. Угу. Потом оранжевым немножечко подкрутимся вот здесь. Ага. Такой нимбик создадим. Ага. И на этом фоне уже будет все. Хорошо. Белила нужны, но не до такой степени. Ага. В первую очередь сиреневила. Сиреневила. А в них уже коричневый. И будет вот такой сложный цвет, который нас и интересует. Можешь мигать то в пользу коричневого, то в пользу розового, то в пользу синего. Пусть немножечко будет мигательно. Хорошо? Давай так. Более плотно, более темно. Оранжевости положим в центр. Центр оранжевости. Немножечко создадим вот это настроение цвета. Мастихином расштриховывать здесь не обязательно. Uh-huh. Вот то, что ты начала делать. Uh-huh. Нам даже и не нужно здесь то количество краски, о котором я говорил в соседней работе. Здесь можно обойтись и этим количеством. Здрасте. После этого ты возьмешь мастихин. Ну, когда наберешь. Uh-huh. Возьмешь мастихин, возьмешь коричневый, голубой. И наберешь каркас зеленого цвета. Uh-huh. Коричневый, голубой, зеленый цвет в тени. Вот этот каркас зеленого, вот таким штриховательным баловством. Добавишь коричневого себе. Штриховательным баловством наберешь. В том числе наберешь и предмет кувшин. Наберешь, сразу наштриховывая по цилиндру. Ну, чтобы он уже круглился. Ага. Это у нас круглиться не будет, это будет... Цвета. Так, хламнично набрано, Ой, а это будет круглиться. Кувшинчик будет круглиться, и у нас уже появится... Некое проявление. Да. Немножечко голубой розовый швырнешь сюда, тоже обозначишь идею лежачей плоскости. Немножко пальцем поможешь ей лечь крупными тряпочными укладками. Вот. В таком ключе наберешь. Угу. Потом возьмешь и добудешь идею цветков вот таким вырезанием. Потом вот таким подтиранием подотрешь до сухого холста и начнешь набирать цветки. Сначала теневым цветом, вот этим синеватым, потом все более светлым белым и даже рыжим, разбеленным рыжим. Вот таким вот образом наберешь цветочки. Угу. Это будет первый набор, потом будем и с ним работать. Хорошо? Угу. Давай. Значит, пока никак не выразится свет-тень. Это основная проблема, когда мы рисуем подобные вещи. И не только ты, а подряд все не справляются с идеей света и тени. Ну вот на примере вот этого товарища, давай посмотрим. У него есть теневая часть, внятная теневая и внятная световая. Теневая внятно голубит. Внятненько голубит, световая несколько оранжевит за счет вот этого кадмия красного светлого для начала, потом плюс желтота. Посмотри, я внятно разделяю на свет и тень.
почти трафаретно. Ой. Почти трафаретное разделение осуществил света и тени. У меня одна часть в тени, другая часть внятна на свету. Все, что в тени, будет не равно световой. Вот это темный. Несмотря на то, что здесь он кажется светлым, смотрим, он темный. То есть все, что в тени, сохраняет тенистое звучание, не равное этому. А на свету теперь еще и с густотой, несколько с густотой, создаем эффект множества, в том числе и с идеей ребер листьев. Ребер. Здесь они почти все плашмя, а здесь они ребристо. Создаем и эту идею. Итак, самое главное, что у нас должно появиться, это внятная свет-тень. Именно это мешает, не дает неопытность в решении света и тени или невнимание к свету и тени, не дает решить задачу культурно и легко. Хорошо? Да. Внятный свет-тень. Вот здесь невнятно, а там есть. Вот здесь немножко я потрудился, здесь внятно, здесь невнятно. Усилить свет, утемнить тень. Тень у нас несколько голубит, сиреневит, да? И, смотри, вот появился свет, тень, сразу как-то оно и в пространстве, и все. Давай. Предыдущие задачки легче, а тут прямо простая задача, а ты уперлась. Ну вот давай опять же, вот как на примере этого. Он очень непростой, потому что прямо фас смотрит на нас. Смотри, каким я чистеньким цветиком обновляю это дело. Добавляю туда чистюлечку цветика. Прямо постарайся собезьянничать характер движений. Изучаю. Ага, ага.
если что, можно с краев домоделировать. И тут еще один важный компонент будет. Это вот эта чернота зелени в самых тенистых местах. Ее тоже покажем, потому что она сразу даст очень эффектные контрасты, которых без этих контрастов чуть не хватает. Такую давленную краску, да, туда закладываем. И чтобы не было слишком так мрачно от этой зелени, чуть-чуть сразу подбросим зеленотиков и нарядных туда-сюда. Подбросим и нарядных зеленотиков. Хорошо? Так, из-под теневой свет есть. Можно усилить сначала тенистое звучание и потом туда подогнать вырезанный характер такой. Светлого, то есть он прямо подрезал эту темноту своей светлостью. Зазвучало, да? Да. Сразу воздух, конечно. Уход туда произошел. Сразу закрутился. Ага. Здесь чуть-чуть подбреем, наметим розовиночку. Может, не прозрачно? Сейчас. Стеклянно можешь сделать, или там это будет? Ну, давай, ноги, может, давай, этих ногах. Хорошо, давай, с ногами этих растений. Вполне. Если речь идет о стекле, то тогда мутное, поддержанное бликом. И небольшими рефлексиками света. Вот так обычно звучит стекло. Чуть. Да? Да. Ну что, сбреешь, если что, покажешь. Не, хорошо, хорошо. Световых пятен так и не произошло. Нет цельности. Очень много теневых и световых. Вот это вот. Смотри, какой у меня цельный световое озеро. Цельное световое озеро. Посмотри, сколько копошни. А там, вот, допустим, у этого цветка. Сейчас помнишь, какой он был? Там главное, что вот это свет, а все остальное у него спряталось в тень, и вся теневая намного смуглее серединки, она прямо ее оформляет, причем цветом, не какой, а цветом оформляет.
Вот какая идея этого цветка. Внятный свет, внятные теневые. И так везде. Без четкого разделения на свет и тень не будет вкусной живописи. Форма лепится светом и тенью. Вот я хоть и подсунул темнотиков, но все равно цельность света сохранил. Ну а теперь добавляем деликатно. Не в полную силу белого. Не в полную силу белого. Добавляем вот эти ребрышки. Все равно сохраняется цельный. Вот и здесь нужен цельный. Ладно? А вот здесь вот как сложно, там как мелкий. Где-то так вот. Но для начала он цельный. Для начала он очень цельный. Вот смотри, сначала создаю эту идею цельного. Короче, от общего к частному. Да. Потом в него чуть-чуть. Ну он цельный, он, смотри, он сразу засиял. То же самое и здесь. А уж здесь так и подавно. Ну смотри, какое светлое пятно. Его вообще даже пальцами бессмысленно делать. Его нужно сразу положить. Сразу положить. Вот такой силой светлого. И немножко к нему тенистых бочков. Понимаешь? Понимаю. У вас получается. Смотри, вот прямо такой сиятельный. Прямо с еле разницей на свет-тень. С еле разницей. Засиял. Потом мы в конце можем себе позволить немножко еще и вот таких действий. В конце. Каких-то мелочевочек таких. Мастихиновые звуки будут как бы более сиятельны, более глянцевые. Вон какие-то мазочечки будут у нас дополнены мазочечками. Вот такими. Но посмотри, какая тональная внятность. И невнятность. И невнятность. Давай так. Почему художники опытные пишут с натуры? Что, зачем оно им надо? Они все уже, по идее могут. Нет. Это, по идее, должно быть в пространстве относительно других предметов. И не Господь Бог художник, чтобы это мочь на щелчок делать. При том, что мы и здесь исповедуем идею света из-под теневой верхних, но по отношению к этому пятну, это теневое пятно. Логично? Логично. Даже точно. Можно более внимательно всмотреться в этот набор звуков, который рассказывает о рисунке. А можно сделать такую имитацию,
Ну, я не знаю, удастся ли здесь смотреться, что там нарисовано. Можно создать имитацию этих пятен. Соответственно, сюда от него метнулась теневая. Здесь теневая. То есть, пока мы стекло имели, это было одно, да. А как только мы имеем дело с плотным предметом, уже другой срабатывает мотив. Я бы чуть-чуть дал бы вот такой светичек. Вот такой светик кое-где мерцнул бы им. Хорошие звуки, очень хорошие. Здесь не хватает цельности теневому пятну листьев. Не хватило цельности. Собранности в некое целое. Да, согласна, да? Согласна. Слишком оно уж было раздробленное для нарочитой тенистости этого места. Притом, даже если там появится звучик светлого, он появится, не нарушая цельности тенистого пятна. То есть, если прищурить глаз, мы почти не видим разницы тональной. Вот здесь, прищурив глаз, мы видим внятную тональную разницу. Но здесь как раз и все уместно. То есть, на свету одни проявления, в тени другие. Также просится на это же и вот эта тенистая история. И даже листик. Есть в этом логика, да? Ну, ага. То есть цельное произошло. Ты их сделала вытянутыми, а они же там распахнутые, наврухало. И это сразу их сделала чужими по... Ну, то есть это другие цвета, это не пионы. То есть они блюдцами, а не они торчалками такими. Смотри, будучи прижатыми, они сразу сели на свое место. Самбланов действительно, как я обратил внимание, есть... цвет хорошо сделан. Работает. То есть вот тот цвет, которого тебе не хватало, и ты там искала его, искала относительно оранжевого сразу произойдет. Да, потому что именно оранжевый да, выявит фиолетовость.
согласна, да, вот что-то такое? Так. Можно даже немножко этим цветком пожертвовать, чтобы тот цветок занял свою нишу. Но вместо торчачего прижимистый. Тоже хочет быть странным. То есть такая идея, все-таки идея блюдца. Да, блюдца. Теневой нет вообще. Нет теневой. Смотрите, ну сразу цветок на цветок стал похож. Ну и белый там же не чисто белый. И красиво, что там он не чисто белый. Красиво. А то они все у нас слишком крикуны. Вот здесь. Рыжунечку видишь? Вижу. Смотри, как с рыжунечкой. Правдоподобнее. Ну и наконец просто, ну не все же они должны быть обязательно ярко, ну или одного цвета, фиолетовый. А там вот такая история. Тем более он сосед такого цветка, тусклого. Смотри, как хорошо, что он перестал быть равным этим ребятам. Да, он дальше трансплантится. То есть он перестал быть так светел на свету, как ты его набрала. И этому парню тоже не следует быть равным. Потому что свет попадает на этот шар. Вот сюда. Да. Вот здесь теневая шара. Да. Вот здесь свет из-под теневой. Вот эту логику вещей мы все время демонстрируем. То есть это для нас общий шар. Перешла на мастихин. Оно, конечно, уместно, но... Вот ту идею укладки пальцем уже мы с тобой не дочитали. Потому что как только мастихин положил густоту, мы больше ничего не можем с этой густотой сделать. Смотри, вот касание мастихиновых, а вот касание пальцевых. Кто из них вкуснее в данном случае? Пальцевый. Да. Вот даже на примере этого цветка. Сколько вещей не увидено. Не увидено? Контрастность это. Не увидено же? Не увидено. Мутно, но красиво. Правда? Да. То есть не дочитала рисунок, не дочитала свет тень.
не знала разницы вкусовой касаний. Да, я смотрю, чуть не хватает. Вот какие вкусные касания сложили. Можно потом чуть-чуть добавить мастихиновых укладок. Чуть-чуть добавить. Даже вот такую засвеченность добавить. Засвеченность. Да? Ну, постарайся в этом ключе все-таки сработать. А вот это как оставить, говорили, что-то куда добавить? Можно чуть-чуть там дотрогать, чуть-чуть. Но он должен сохраниться как не как... не как такой яркий. Скажите, не, не надо ярче свет бросить? Нет, он и так слишком яркий. Я бы его бы растер. Да? И вот этого парня, если делать, то делать темным, а не таким же. Ага, он должен вместе с этой тенью должен был создать тень. Силуэт. Ага. То есть там светлым делать цельной. Цельной. И это ценно, что она становилась цельной. Ты понимаешь? Цельный свет. И уже потом внутри этой цельности даю чуть-чуть дополнений. Чуть-чуть. Ты понимаешь? А ты их делаешь... Вот мозаику эту, но она здесь неуместна, эта мозаика. Сначала цельно. Вот здесь голубой цвет. Он не напрасно вставил здесь голубой цвет. Это отделило один цветок от других. Ну, посмотри, там же голубой. Так, хорошо поковыряться. Хорошо, пожалуйста, конечно. А что, скажите, я сделал, как делать? Ну, чуть-чуть доуточнить рисунок. Я бы на твоем месте дождался, когда он высохнет полностью. Ага. Взял бы кисть. Да. А, сначала бы протер бы масло лак. Ага, да, высохнет. Да, ну через недельку. Да, да. Сначала бы протер маслом лаком, вытер бы лишнее вещество. Ага. Начал бы прямо вот с этого. Чистенькими цветиками. Раз. Ага. Дополнительный лепесток. Ага. Как бы дополнительное содержание. Угу. Раз. Причем чуть не до произошло, тут же стерло. Ага. И все, да. Вот они. Начнутся вот такие уточнения. Кистью ага. Начнутся уточнения. Подсмотренное ага. будет. Да вот ага. там. Но смотри, не переборщи. Но, если чувствуешь, да, если чувствуешь, что перебарщиваешь. Лучше сними краску, которую ты положила ага, ага. в том месте, где почувствовала перебор. И снова, снова набросься снова. То есть это будет тот же эффект письма по сухому, когда ты угу. покроешь масло лак. Это будет не тот раз, же эффект. Так, не просто, а, вот, как раз и попробуешь. Попробую. И если хочешь, принеси, я да, потом попробую. Хорошо.